сегодня пижамная вечеринка. Мы все в пижамах. А когда ты одеваешь пижаму, то тебе весело и легко. Мало того, что мы в пижамах, мы еще и напросились в студию программы «Жить здорово», потому что идет ремонт в телевизионной клинике программы «Здоровье». Итак, все мои гости, и гости чудесные дамы, и гости доктора сегодня в пижамах. Мы будем говорить про ночь, мы будем говорить про сновидения, мы будем говорить о сексе, дорогие друзья, куда без него ночью. Но начнем со сна. Итак, какие сны снятся нам и как правильно трактовать наши сны. Сегодня этим наконец-то занялась наука. Картинка быстро меняется. Погоня. Кто-то гонится за вами или вы преследуете кого-то. Вы падаете в пропасть. Эротические сны. Наполненные чувствами и любовью. Ваше сердце быстро бьется, вы переполнены эмоциями. Потом вы просыпаетесь, это был только сон. Как минимум 2 часа каждую ночь вам снятся сны. Это 700 часов в год, 50 тысяч часов за жизнь. Самое длинное кино вашей жизни. В этом фильме мы главные герои. Что такое сон? Что хочет сообщить нам наш мозг? В нашей студии обычные люди, которым снятся сны. И любого из вас мы научим разгадывать сон. У нас в гостях врач-психиатр, доцент Российского государственного медицинского университета Вениамин Ефимович Житловский. Простое, внятное, психиатрически точное трактование снов. То, о чем вы говорите, действительно достаточно просто. Эти сны можно разделять на 3 простые составные части. Первая составная часть – это метафора или символы. Метафора – это значит, мы не видим конкретно, как мы пошли, заварили чай. Допустим, если мы обожгли руку, а мы видим эмоцию, да? Вот само переживание некоторое. Но я примерно. Фрейд называл это символы. Это одна из форм нашего сна. Второе – это обязательно какое-то содержание про себя, потому что нам никуда не деться от нашего эго, и поэтому во время сновидений наше это эго как-то проявляется. И те или иные события, которые происходят, имеют прямое отношение к нам лично. И поэтому необходимо пытаться понимать, а какое это отношение имеет ко мне. Пункт второй – это сон о вас и ни о ком больше. И третье – о тех событиях, которые произошли в предыдущий день или в предыдущие дни, если события были достаточно яркие. И в этом случае те события, которые мы видим, это фактически освежение тех следов наших нервных окончаний и нашей памяти, которые происходили. Вот чтобы понять, когда мы видим сны, мы хотим рассказать вам о том, как сложно устроен наш сон в течение ночи. Наш сон состоит из 2 фаз. Первая фаза – это медленный сон. Мы глубоко спим, наш мозг отдыхает. Вторая фаза сна – это быстрый сон. Именно в эту фазу люди и видят сны. В это время глаза человека двигаются. Он подергивает ногами. Дыхание частое. Ритм сердца ускорен. Активность мозга тоже очень высокая. Мозг работает так же, как днем, но человек глубоко и безмятежно спит. За несоответствие бодрого мозга и спящего тела эту фазу сна назвали парадоксальной. И именно во время парадоксального сна мозг человека, лишенный внешних воздействий, анализирует жизнь своего хозяина за предыдущий день. Первым это понял Зигмунд Фрейд. Ну а сегодня любой из вас научится разгадывать сны. К нам же пришли женщины. У нас есть сны, которые снятся чаще всего. Кто из вас хочет задать вопрос? Давайте, расскажите, пожалуйста. Очень интересно. Знаете, вот, мне приснился очень странный сон. И я не могла его трактовать никак. Я бегу, а потом я вижу, что это
пустыня, и за мной, как бы я уже с другой точки вижу две большие, огромные желтые собаки. Сон, погоня. За вами гонятся злые желтые собаки. Да, это и они один огромные, из самых очень большие. Часто повторяющихся снов у людей. Трактуют психиатры. Хотелось бы начать все-таки с теории Павлова, с физиологии. Пустыня, вам было жарко, извините, и ваша внутренняя рецепция подсказывала, что у вас тепло, вы как бы вегетатика работает и так далее. Собаки как бы кричат о том, что у вас есть какие-то проблемы, а что-то не успели сделать, вам что-то не удалось, вы очень сильно переживаете. Мне периодически снится сон, допустим, что я теряю зуб. То вроде как бабушки рассказывали, там мама говорила, что если приснился такой сон, что значит, если без крови, то это к смерти, там, допустим, знакомого или дальнего какого-то родственника, а если с кровью, то это близкого, и просыпаешься с ужасом. Вениамин Ильич, так выпавший зуб, это тоже так называемые часто повторяющиеся сны. Самое простое, что вы в какую-то трудную минуту, в предыдущий день, чего-то такое сказали, о чем очень жалеете. И это не очень приятно. Вы как бы сожалеете, но бессознательно. А головой вы как бы не понимаете, чего вы там сказали, вроде все было нормально. Последний сон у нас еще один да. есть. У нас все, кто к нам пришел, заготовили свои сны. Да, кто еще, слушаем. Девочки, да. давайте. Могу рассказать свой сон. Иногда пугает то, что снятся эротические сны. Может быть, не пугает, это, конечно, приятно. Почему снятся сны не с бойфрендом, например, а с людьми, с которыми в жизни, может быть, и знаком, но не имеешь никаких отношений, то есть таких близких, а хороший просто... Хороший вопрос. Дело в том, что вот это и есть то, что Фрейд трактует как бессознательная инстинктивная деятельность. К сожалению, наше сознание нас контролирует. И когда мы находимся в общественном месте или находимся в каких-то местах, где не очень удобно обсуждать свои инстинктивные проявления, то мы не показываем своих эмоций, чувств и так далее, и так далее. А когда вы погружаетесь в сон и когда развивается так называемая парадоксальная фаза, в которой присутствует очень интересный компонент, сильные раздражители вызывают слабый ответ, а слабые раздражители вызывают сильный ответ. Но в данном случае он, этот раздражитель, слабый днем. Мозг не пускает, сознание не разрешает об этом думать. Есть бойфренд, зачем еще? Или Конечно. Как я могу? И так далее, и так далее. А ночью критика ушла. Вы растормозились. Есть бойфренд, нет бойфренда. Да, да, да. В этом же ничего страшного нет. Ничего страшного нет. Это вовсе не значит, что она плохо относится к своему нет, другу. Нет, она хорошо. Это значит, что в жизни встретились какие-то люди, которые тоже были интересны, но в силу культуры, воспитания, тех чувств, которые она чувствует к своему бойфренду, она с ним. Но когда наступил сон, эмоции вспомнили и про других, и про третьих, и про пятых, и про десятых. Правильно я понимаю? Правильно. Как запомнить свой сон? Это вопрос вопросов. Потому что, к сожалению, сон улетучивается мгновенно, и мы очень редко что-то запоминаем. Ну, ответ очень простой. Если мы умеем писать, то тогда мы берем листочек и кое-что там фиксируем. Можно вас попросить дать мне первое? Иметь на своей тумбочке тетрадку, которую можете назвать дневник сновидений. Второе. Вы должны просыпаться. Если вы под будильник встаете, надо иметь очень мягкий будильник, который будет вас постепенно усиливая звонок. Тогда вы потихонечку проснетесь. И третье. Нельзя вставать сразу. Когда вы проснулись, на секунду вы должны задержаться, самой себе сказать, мне снилась пустыня с моими желтыми собаками. Потому что когда вы проговорите это для себя мысленно, это останется в голове. После этого взять дневничок и записать сюда сон. Вот такое потрясающее начало нашей пижамной вечеринки, дорогие друзья. Но пока мы тут валяемся в подушках, чудесные дамы в пижамах, серьезные доктора, кардиохирурги и сомнологи проводят серьезные исследования. Сон – дело серьезное. Еще раз напомню вам, сны снятся нам в парадоксальную фазу. В это время мы очень глубоко спим, но мозг активно работает. Сердцебиение учащается. Частота дыхания растет. В эту фазу сна у человека повышается давление. И в тот момент, когда он видит сон, может возникнуть нарушение ритма сердца, инфаркт миокарда и даже инсульт.
Но вы можете обследовать свой сон. В нашей клинике всю ночь проспал мужчина. Пока он спал, специальные приборы непрерывно измеряли у него все показатели. Частоту пульса, дыхание, фиксировали работу мозга и сердца, измеряли давление. Ну что, друзья, у нас в студии еще два доктора сегодня. Один из них врач-кардиолог, второй врач-сомнолог. Первый вопрос к кардиологу. Владлен Владленович, почему кардиологов волнует ночь и какая фаза ночи, какие часы волнуют больше всего? Нас ночь очень волнует в том плане, что мы теряем больных. Это бывает или инфаркты, или нарушение ритма, которые могут быть фатальными для пациента. А что волнует врачей-сомнологов, специалистов по сну? Ну, прежде всего, нарушение дыхания во сне. То есть так называемый синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. В данном конкретном ситуации здесь тоже была проблема. Здесь у нас у пациента проблема. Здесь 11-секундная остановка сердца выявлена в утренние часы. Вот сейчас мы вам покажем результаты обследования этого человека. Сегодня это обследование может пройти любой из вас в специальных сомнологических лабораториях, которые открыты по всей России. Это лаборатории сна. Вот так выглядит эпизод остановки дыхания во сне. Итак, мы сейчас видим длительную остановку дыхания, которая сопровождается резким падением насыщения крови кислородом. А это момент, когда у нашего пациента остановилось сердце. И есть нарушение ритма. 11 секунд остановки сердца. А эта драма произошла рано утром. У больного возник гипертонический криз и угроза инсульта. Давление 180 на 100. Давайте его будить. У вас высокое давление, вынужден вас начать что-то предпринимать. Этой ночью мы спасли одного человека от инсульта. Но по данным медицинской статистики, такие катастрофы случаются у 5000 людей каждую ночь. Что делать? Как будем спасать? Ну, прежде всего, если мы имеем большое количество остановок за ночь, то нужно оценить, насколько это опасно с точки зрения нарушения ритма, гипертонии. И если мы видим тяжелые формы остановок дыхания во сне, когда человек может 8 часов спать, из них 4 часа вообще не дышать суммарно. То есть первое, мы должны лечить остановку дыхания во сне. Да. Я хочу показать вначале простые способы. Как лечится остановка дыхания во сне? Если ваш муж, друг, неважно кто, храпит на спине, первый способ – шейте вот такую вот футболочку вашему другу, мужу, кому угодно, с кармашиком на спинке. И в этот кармашек, подержите, пожалуйста, положите либо теннисный мячик, либо прищепку, все, что хотите. Это будет заставлять человека ночью неосознанно поворачиваться на бок, как только он уляжется на спину. Есть, конечно, более серьезные способы. Это действительно специальный прибор, который через маску нагнетает воздух. Мы сейчас оденем эту масочку на пациента. Сон вот в такой маске. Да, положите голову. Сейчас вот начал подаваться воздух. Он механически раздувает дыхательные пути, как бы накачивает немножко их и не дает спадаться, пока мозг спит. Как только мы достигли того давления, которое открыло дыхательные пути и не дало им спадаться, человек нормально спит, у него устраняется храп, остановки дыхания, нормализуется артериальное давление. Я хочу сейчас показать вам результаты обследования давления, потому что мы всю ночь измеряли, контролировали давление. Вот, Владлен Владимирович, с 5 до 7 утра. Что могут посоветовать кардиологи этому пациенту? Вот это время ночных катастроф, одно из самых частых. Сложное очень время. Это нужно, во-первых, подобрать терапию, обязательно определенные препараты, которые длительного действия действуют, и принимать их надо, эти препараты. Буквально вот человек должен лечь, и прежде чем выключить свет, должен принять препараты гипотензивные. Итак, вот такая ситуация, когда давление повышается рано утром, говорит о том, что человек должен принимать особые лекарства с длительным периодом действия. Так, чтобы пик действия лекарства перекрывал вот эту фазу. Значит, пить лекарство нужно на ночь.
Вам-то у нас сны снились сегодня? Снимите маску. Сейчас с человека. Продолжайте. Или спали без воздух? Снов и сновидений? Сны снились, сны хорошие. Да? О весне, о молодости, о юности. Что я снова молод, я снова весел и влюблен. Вот если бы мы спросили у нашего психиатра Вениамина Ефимовича Житловского, почему такой позитивный сон снялся человеку? Потому что наконец-то пришел к врачам, я думаю, и действительно появилась надежда и оптимизм. И думаю, что действительно все будет хорошо, будет и молодость, и весна. Это еще не все про сон, дорогие друзья. Мы поговорим сегодня еще о многом. Мы поговорим о том, какие сексуальные проблемы могут быть связаны с ночью. И, конечно, о том, как помолодеть всего за одну ночь. Спонсор нашей программы – общество с ограниченной ответственностью НПО «Форафарм», выпускающее крем «София» с биостимулирующим комплексом из медицинской пиявки. Здравия, дорогие друзья! Мы сегодня говорим про сон. У нас пижамная вечеринка в пижамах. Наши гости в пижамах, все доктора. И мы уже рассказали вам о том, как трактовать ваши сны и о том, какое время во сне самое опасное. Но чтобы сны трактовать, нужно заснуть вначале. А, к сожалению, именно с засыпанием у огромного количества людей проблемы. Еда, которая поможет вам заснуть. Итак, еда, которая позволяет нам заснуть. Как вас зовут? Вы сегодня Наталья. Участница нашей пижамной вечеринки. Вы знаете, какой гормон определяет сон в организме человека? Нет. Не знаете? Нет. Этот гормон называется мелатонин. Вот если представить, что вот это мозг человека, то когда темнеет, когда солнечные лучи перестают падать на ваши глаза, то ваш мозг начинает активно выделять гормон мелатонин. Этот гормон охватывает все нервные клетки, и вы засыпаете. Как только солнце взошло, как только первые солнечные лучи попали на ваши глаза, на сетчатку, а значит в мозг, выработка мелатонина мгновенно прекратилась. И вы проснулись. Мы говорим про еду, которая поможет человеку заснуть. Как вы думаете, какая еда может помочь заснуть? Она связана, намекаю, с гормоном сна мелатонином. Ну, что-то такое, наверное, нежненькое такое. Ну, например? Вкусненькое. Наверное, шоколад. Вишня. Вишня? Ой, хоть посмотрела на нее. Вишня содержит мелатонин. Поэтому вишню вы можете поесть на ночь. Можете выпить вишневый сок. Это впрямую будет способствовать выработке мелатонина и засыпанию. Это первое. Второе. Предшественник мелатонина, триптофан, содержится в индейке и в сыре. Причем он превращается в мелатонин, попав в организм, если он сочетается с углеводами. Поэтому только для лечения бессонницы врачи могут сказать: возьмите чипсы, полейте их сыром и съешьте. Сыр содержит триптофан, чипсы – это углеводы, чипсы или попкорн. В сочетании они будут способствовать образованию мелатонина и быстрому засыпанию. Это первый совет. А теперь уже зная, найдите здесь еще то, что мы рекомендуем. Только для тех, у кого бессонница. Никому больше мы не рекомендуем. Вот. Доставайте, что это за продукт чудесный? Это вкусный гамбургер. Гамбургер с сыром и с индейкой, друзья. Белый хлеб будет усиливать образование мелатонина из сыра и индейки, из триптофана, который содержится в сыре и индейке. И человек будет тоже быстро засыпать. Вот такая высококалорийная история. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А мы вам продолжаем наш разговор про сон. Друзья, и нам пора поговорить не только о том, почему нам снятся эротические сны, но и о том, какие вопросы волнуют женщин, а они боятся задать их и своим подружкам, и даже докторам. Ваш муж или любимый вам изменяет. Вы видите его с другой. И ничего не в силах поделать. У вас сердцебиение, эмоции захлестывают. Статистика утверждает, что российские женщины часто смотрят эротические сны, но в реальной жизни
почти не имеют секса. Существует такая неформальная статистика, она очень простая. В России 70% женщин старше 40 лет не имеют никаких сексуальных отношений с мужчинами. Причем половина из них считает, ну нет и не надо, уже и не надо. А половина считает, что это проблема. И эту проблему как-то нужно решать. У нас в гостях сегодня врач-акушер-гинеколог Ольга Евгеньевна Семиошина. Я знаю, что у вас есть своя позиция. Я хочу, чтобы вы ее высказали доктору. Да, скажите, пожалуйста, нормально ли это, если секс совсем не интересует? То есть секса нет и не надо. Женщина старше 45-50 лет. Это норма или нет? Я сейчас имею в виду только гинекологическое здоровье и общее здоровье женщины. С одной стороны, в отличие от пищевой, дыхательной, выделительной системы, сексуальная функция не относится к витальным функциям, то есть без которых жизнедеятельность человека невозможна. Поэтому если прямо ответить на этот вопрос, то в принципе без нее можно прожить. И если женщину это не волнует, сложно сказать, норма это или нет, но жить без этого можно. Хуже, если этого нету, а женщина нуждается в сексуальной жизни, безусловно, в сексуальных отношениях. И в этой ситуации она, может быть, не осознавая так или иначе эту проблему, куда-то загоняет вглубь. Потому что, ну, нету возможности ее реализовать. И вот здесь, наверное, как результат нереализованной сексуальной функции, возможны нарушения гинекологического здоровья, безусловно. Это и тяжело протекающий климакс, и разного рода дисгормональные нарушения, аденомиоз, миома матки и многие другие. Я думаю, что и психологический аспект женского здоровья в этом возрасте, безусловно, тоже страдает. Опять же, если возвращаться к Фрейду, у него была очень изумительная трактовка вымещения невымещенного. То есть у нас есть такой заместительный механизм, который называется сублимация. И если в этом возрасте женщина занимается своими детьми, если в этом возрасте женщина занимается своими внуками и испытывает некое вот такое материнское чувство, то вполне возможно сексуальное может несколько ослабнуть и не очень сильно мешать жизни. Есть и другой очень интересный механизм, который напоминает механизм у мужчин. У мужчин, если не заниматься сексом и ничего не делать, то у него ночью возникает полюция. Так вот, у женщин в ряде случаев возникают эротические сновидения, которые являются физиологическими с точки зрения вымещения нереализованных сексуальных переживаний. И тут сразу хочется дать какой-то совет. Ну, понятно, что желательно попытаться реализовать свое сексуальное переживание методами или мерами, которые допустимы для того убеждения, которое у меня есть, как это можно делать, как с этим быть. Второй самый простой метод, который точно так же рекомендуется в подростковом возрасте, это занятие физкультурой. При потении во время физической нагрузки мы выводим из организма те недоокисленные продукты, которые, накопившись внутри, приводят к тем или иным или соматическим заболеваниям в области гинекологии, или психическим проявлениям. То есть я прошу прощения. Нет проблем. Мне вспоминается Маяковский. Баба, не будь дурой, занимайся физкультурой. Уж никак я не думала, что наша пижамная вечеринка закончится вот на такой веселенькой ноте. Но хочу сказать, вот при том, при всем, что мы хохочем, когда нам советуют заниматься спортом, а великий смысл в этом есть. Хотя я бы, конечно, каждой женщине пожелала иметь в любом возрасте, и в 45-50, конечно, рядом мужчину, которого можно обнять, которому можно голову преклонить, и в эти минуты почувствовать себя женщиной. У нас для вас еще один вопрос. Я хотела бы узнать, влияет ли на секс гормональные таблетки? Если женщина пьет гормональные контрацептивы, это вопрос вопросов. Безусловно, если взять только составляющую контрацептивного эффекта, это самый надежный метод предохранения. А в связи с этим и ответ на ваш вопрос, один из ответов, поскольку одна из важных неконтрацептивных составляющих – это улучшение
настроение в каком плане? Именно за счет того, что женщина оказывается более защищенной, у нее нет психологической составляющей страха за непланируемую возможную беременность при отсутствии контрацепции. Именно таблетки, как наиболее надежный метод контрацепции, позволяет ей максимально раскрепоститься в период своей сексуальной активности. То есть вы за? Они никак на секс, кроме хорошего, не влияют. Безусловно, это одна из положительных сторон этого вопроса. И у нас остался последний сон, Вениамин Ефимович. Мне очень часто снится один и тот же сон, что мой муж мне изменяет. Я не вижу с кем, но просыпаюсь в ужасном настроении, и этот сон снится просто постоянно. А у вас с ним добрые, хорошие, близкие отношения? Да. Я хочу напомнить первую часть нашей программы. Три принципа трактовки снов от психиатра Житловского. Первое – это метафора, это эмоция. Второе – проанализируйте предыдущий день. И третье – этот сон только о вас. Что мы можем сказать? По всем трем пунктам мы можем ответить. В первом случае можно говорить о том, что вы достаточно сильно любите своего мужа, и вы до какой-то степени почему-то в нем не уверены. И в этом сне, если смотреть его как образное восприятие, есть элементы вашей ревности. И поэтому такой сон. Вторая позиция тоже достаточно простая. Так как вы не очень уверены в своем муже почему-то, у вас есть некое подозрение и были какие-то предпосылки, когда он на кого-то посмотрел или что-то не договорил и так далее, и так далее. И поэтому этот сон. И последнее. К сожалению, многие обсуждают это происходящих событий, что часто наши мужья нам изменяют. И все три позиции здесь подходят. Какие рекомендации? Рекомендации, по-моему, самые простые. Но до какой-то степени, если у вас все благополучно в семье, надо верить мужу и попытаться справиться со своей ревностью. Хорошо. А второе, когда вы придете домой, я помню, один психиатр мне сказал, вы должны лечь сексуальные преграды на его пути. Но на самом деле надо действительно не стесняться уделить какое-то внимание. Может быть, и вы тоже очень мало стали уделять ему внимания. Потому что это тоже бывает, когда долго живешь в семье. Правда ведь, Вениамин Ефимович? Да, конечно. Ну что, друзья, пора заканчивать с вами на сексуальные темы. В нашей пижамной вечеринке остался только один, но сугубо женский вопрос. Как помолодеть всего за одну ночь? Возможно ли это? Сегодня мы все в пижамах я, в пижамах мои гости, замечательные доктора, в пижамах все гости в нашей студии. Мы говорим про ночь, про сон. Последний вопрос остался у нас, у женщин, самым главным. Можно ли помолодеть всего за одну ночь? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу рассказать вам, что происходит с кожей женщины ночью. Наша кожа. Мы заботимся о ней с утра до вечера, но даже не подозреваем, что главный период, когда кожа обновляется и омолаживается, возникает ночью, когда мы спим, с 11 вечера до часу ночи. Поэтому два вывода. Если вы плохо спите, то вы быстро стареете. И второе. Ночью надо заботиться о коже. Можно ли помолодеть за одну ночь? Ну, кто из вас желает помолодеть? Выходите за одну ночь. У вас есть собственные секреты? Проходите прямо сюда, к кровати. Как помолодеть за одну ночь? Кто знает? Собственных секретов у меня нет. Хотелось бы очень... То есть ночь вы тратите на то, чтобы спать? Садитесь. Не, ну, конечно, я мечтаю помолодеть. Идите сюда. Это только мои мечты. Какие места у женщин стареют быстрее всего? Шея. Глаза. Мимика наша. Ну и наши целлюлиты. То есть вам надо вот так вот молодеть. Я предлагаю сосредоточиться на самых главных проблемных местах. Первое, что должна сделать женщина, это умыться, смыть макияж. После этого начинаются все процедуры. Мы вам даем крем для рук. Наносите его на руки. И особые силиконовые перчатки. Наносите крем, помогайте, можете даже не растирать.
Обратите внимание, если вы в сухом помещении, то увлажняющий крем будет вытягивать влагу из вашей кожи. И процесс старения только ускорится. Чтобы этого не происходило, вам понадобятся особые силиконовые перчатки. Силикон – это единственный увлажнитель, который воду удержит в коже. Эти перчатки вы надеваете на руки, подойдите, наденьте прям наши подружки. Это первое. Второе. Снимайте ваши башмаки. Мы должны нанести крем на ноги. Толстым слоем нанести крем на пятки. Дело в том, что на коже наших стоп почти нет сальных и потовых желез. Поэтому кожа в этой зоне всегда сухая. Она грубая и с трещинами. Так что за кожей стоп требуется еще больше ухода. Потереть пятку. Точно так же вторую ногу и на каждую ножку надеваем вот такой вот силиконовый носочек. На всю ночь вторую ногу тоже окунаем в крем. Надеваем второй носочек. Что дают силиконовые носки? Они удержат влагу. Обычно, когда вы пользуетесь увлажняющими кремами, если воздух сухой, то крем будет вытягивать влагу из ваших ног. И ноги, или руки, или лицо станет еще суше после того, как крем высохнет. Силикон всю влагу удержит внутри. Это не все. Третье, что мы должны сделать. Мы берем, садитесь, вибромассажер с разогревающим действием. Включаем его. Сидите, сидите. Руки на коленочке. И делаем вот такой простой массаж спины. Мы улучшаем сейчас кровоток в шее, в этих мышцах, а значит и в голове. Теперь женщина должна правильно лечь. Помолодеть можно только, если вы ляжете правильно. Ложитесь на спинку. Так. Правильная поза вот такая. Вы уголки подушки должны вот так вот подтянуть на себя. И у нас еще есть отбеливающие полоски для зубов. Дайте человеку белые зубы. Так, оскалить зубы. Давайте, мы вам сейчас приклеим полосочку. Последний штрих, Наташенька. Маска питательная. В такой позе человек проведет всю ночь. И я вам клянусь, на утро она станет намного моложе. Что самое главное произойдет? Главное, что за несколько ночных часов вы добьетесь того, что ваша кожа хорошо увлажнится, мелкие морщинки разгладятся, и на утро вы будете выглядеть молодой и красивой. Наша Наташа просто находится в ощущении полного счастья, да? А мы вас тут оставим спать. И еще один маленький совет по финалу нашей пижамной вечеринки. Рукава у пижамы никогда не должны быть на резинках. Пижама должна быть свободная. Это все на сегодня, друзья. У нас была сегодня необычная программа, но мы очень хотели поговорить с вами на те темы, на которые мы, женщины, говорим так редко. В следующий раз в программе «Здоровье» мы увидимся через неделю, ну а начиная с понедельника, каждый день будем встречаться в программе «Жить здорово». Здоровья вам всем!